Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Sega Play. А мы продолжаем Deus Ex, и нам то ли куда-то опять в канализацию надо, то ли чё, насколько я помню. Так что, живем, выживаем. Эй, как можем. О, все, погнали. Так, окей, открываем крышку, залезаем. И не надо лезть к людям с политикой. Дратути. Ну, если все в порядке, то все в недоступно. Ага, может туда как-то проникнуть. Окей. В всякий случай сохранюсь и погнали. Здрасте. Кто-нибудь забор покрасьте там, снаружи, он некрасивый. Говорю, в стенах кто-то шепчет. Они говорят правду. Брат, это точно не у тебя в голове голос? Ну-ка, что здесь такое? Ты что, не слышишь? Угу. Так, здесь делать нихер. Это к лестнице выход. Надо, видимо, какой-то другой лестнице. Да. Залезай. Ладно, давайте. Пошли, посмотрим, что там. А, не, я не хотел, извините, я не хотел. И ничего нет, боже мой. Так, там... Извините, а... А куда и как мне? Блять. Извините, я не понимать. А может, я и понимать. Ну-ка. Хоу! Даже так. Окей, хорошо, я понял. Камера меня нормально видит? Вроде, да? Опа. Начнем с уничтожения населения. Хорошее глобальное начало. Потом землетрясение, потом клоны. Вопросы мы задаем правильные, осталось найти ответ. Ты говорила, это какая-то подставная компания. Этого недостаточно. Мне нужны факты. Костя, ты что думаешь? Я думаю, надо начинать с лунной базы. Верно, это гораздо сексуальнее. С каких пор нам нужна сексуальность? Я вам что, Элиза Касан, похож что ли? Нет, не слишком похож. Так, все сделали глубокий вдох. Так, я не понял, а... Вот это клеточная батарея. Использовать. И подумали, кто мы такие. И чего мы тут с вами пытаемся... Так, окей, я не знаю, что мне здесь нужно сделать. Остановить просто, но... А, просто вот так, ну ладно. Мы журналисты. Кто пригласил сюда агента? Кто ты? И что тебе нужно? Почему ты здесь? Ты здесь из-за статьи о Дубае? Может, из-за лунной базы? Из-за клонов? Из-за клонов на лунной базе? Кто тебя послал? Мне нужен сам издат. Ты здесь главный. Относительно. У нас тут сам самых главных нет пар. Издат. Истине никто не указывает, сам кто не хозяин. Сам самостоятельное издательство, что ли? Свобода слова — это общее право и общая ответственность. В общем, ты носы ломать? Тогда это ко мне. Чё?
Я ничего ломать не собираюсь. Давайте поможем друг другу, хорошо? Я 20 лет жил в коммуне. Всем помогать, я в этом профи. Отлично. Это связано с одним из ваших расследований. Некоторые люди из-за вас с ума сходят. Что ты знаешь о Праге Давос? А, это те импортеры? Ну, знаю, например, что в подвале у них не склад. Мы там видели агентов. Это просто подставная фирма. И, пожалуй, далеко не одна. Откинуть их все, и мы доберемся до них. Что, я не прав? Это тупик. Ну, конечно. Такие, как ты, всегда приходят обсудить тупики. Ладно. А ты не думал, что помогаешь своими действиями кое-кому еще? Не думал, что если будешь шуметь и привлекать к ним внимание, у тех, под кого вы копаете, не будет шансов добраться до истины? Об этом ты не думал? Хочешь, чтобы я поверил, что мы с вами коллеги? Тоже мне люди в черном. Ты из тех, кто приходит к Peak News и говорит им, о чем лучше молчать, они тебя слушаются. С нами это не пройдет. Однажды мы вас всех на чистую воду выведем. Если не я, то кто-нибудь точь-в-точь такой же. Сам издат не я один. Кей не один человек. Кей не один человек. Что ты имеешь в виду? Кей – непостижимый идеал. Неосязаемый лидер весьма реального сопротивления. Убей меня, и строчная Кей станет Кей. Убей строчную Кей, и Кей станет Кости. Кей убить невозможно. А если убьют Кости? Чего? А Кости так легко не убьешь, брат. Кости не человек. Я думаю, он был одним из них. Он, знаешь, должен был стать принцем Бельгии, но вырвался из матрицы. Мы нашли его среди чертовых культистов, потерянного человека. И мы открыли ему истину. Понятно. Допустим, у меня есть к самоиздату предложение. И кто мне с этим может помочь? Зависит от предложения. Я хочу сказать, в любом случае существует редактор. Редактор принимает все основные решения по печати. Это я. То есть ты можешь устроить так, чтобы о чем-нибудь не писали? Это смотря о чем. А что именно вы здесь делаете? Самиздат – революционное издание. Пик потакает тирании корпораций и вранью политиков. А нас интересует истина. Мы ищем ее, пишем о ней, публикуем. За это нам носы и ломают. Листовки печатаете? Мы делаем очень много всего. Например, у нас есть доступ к медиасети Пика. Так мы распространяем информацию. Которую добываете, взламывая все, что вас заинтересует. Истина скрыта. Если для ее поиска нужно обойти пару правил, так тому и быть. Я хочу, чтобы вы перестали копать под Прагу Давос. Но не потому, о чем ты подумал. Расслабься, я понял. Понял, не сомневайся. Не можешь подвести своих военно-промышленных хозяев. Нам всем это знакомо. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Кто подтасовывает новости, замалчивает происшествия. Поверь, у нас с вами одни враги. Мы на одной стороне. Для нас враг любой, кто скрывает правду. Ты сейчас от нас именно этого и хочешь. Чтобы мы притворились, что за этой твоей Прагой Давос ничего не стоит. Я хочу, чтобы ты понял разницу между преступным заговором и необходимой скрытностью. Между людьми, которые скрывают информацию, чтобы делать то, что хотят, и теми, чья работа требует определенной секретности. Ты, как никто другой, должен понимать такие вещи. Ладно. Ты вроде разумный человек. Блин, обычно к этому моменту я уже получаю в морду. Приятное разнообразие. Давай так. Мы не пишем о Праге Давос и вообще вас не трогаем. А ты находишь для нас тему получше. Устраивай? Что вас интересует? Единственное, что я ненавижу сильнее, чем секретные организации, беззубые медиа-империи, которых совершенно не интересует правда, которые льют людям в уши одну ложь за другой. Предлагаю вот что. У нас нет доступа к двум местам. Ты проберешься в одно из них и найдешь для меня что-нибудь грязное о нашем общем враге. Компании ПИК. В обмен никаких нежелательных публикаций. Может, и для себя что-нибудь раскопаешь. В смысле убедить? Ну давайте попробуем работать вместе. Мне кажется, будет интересненько попробовать. Хорошо. Что ты хочешь узнать о Пике?
Стилеты. Знаешь, те, что такие компании через полмира привозят хранить в Прагу. Корпоративные архивы, мой друг. Корпоративные архивы? Ты хочешь, чтобы я пробрался в банк? Хранилище меня не интересует. Мне нужна Шани Талвар, директор Palisade. Она всегда держит в рукаве пару козырей, а козыри в ее работе — информация о клиентах. Она точно что-нибудь знает о Пике. Мне до нее не добраться, но у тебя это получится. Залезь в ее офис, найди что-нибудь, что доказывает, что Пик насрать хотели на истину. Тогда обещаю, я сделаю для тебя все, что угодно. Интересно. Пока меня нет, даже не думай ничего публиковать. Не волнуйся. Кстати, пока будешь там, советую осмотреться. Мало ли, что там еще может быть. Посмотрим. О, да, так вот. До этого небольшого музыкального перерыва мы обсуждали кое-что серьезное. В кабинете президента. Ну, то есть мы продолжаем просто тупо... А, серьезно? Да. Ну и заданица. Одни мутные типы, блин. Вот реально, по-другому никак не сказать. Да. Блин, я просто... Слава богу. Ну что, когда ты уже перестанешь... Я не знаю, блин... Кто эти, блин, по канализации ходят? Водопроводчики, блин. Ой, мне вообще в другую сторону, да? Нормально. Я слышала, что в канализации живут беглые преступники. Не, это я там живу. Вместе со Сплинтером и черепашками ниндзя. А, нет, все равно в эту сторону, да? Ну ладно. Ой, так мне... А мне по пути к заданию, что ли? Ты с кем разговариваешь, мать? Она меня пугает. Так. Не маленький город такой. Мне не нравится быть так близко к реке. Я бы сказал, чтобы, что это полуоткрытый мир такой. В некотором роде. О! А я здесь уже был. Так, а я могу? Могу. Окей, хорошо. Да, с 2007. Вы, блядь, откуда взялись здесь? Паркованный. Паркованный, так паркованный. Да-да, ни один хакер ничего не сможет сделать. Да-да-да, знаю я это. Зная себя, я знаю, что вы врете. Ни хрена. А вот там вот, я не совсем понимаю, а... По поводу взлома. Взлом-захват. На... Первого уровня. А вот это вот третьего уровня, четвертого, пятого уровня. Ну вот эту ветку мне, короче, прокачивать надо. Понятно. Ага. Основное здание отправится в ружичку. Ружичка же вроде, да. А здесь получается компромат в кабинете президента, да. А у них что, на первом этаже, что ли? Я понять не могу. Мне ж, наверное, нужно как-то там обойти. Нет? Да. Внизу в комнате охраны уже установили новые пароли. Да откуда столько охранников-то, блин?
А можно подтверждение? О, можно с тобой поговорить? Нет? Сэр, не, это не, закрытая не. Зона. Я все, я отошел. Я отошел. Блин, а как мне попасть? Мистер Раз, не думал встретить вас лично. Прошу прощения. Нет, конечно нет. Я ожидал вашего помощника. О-о-о. Так, а как оно там? О. Без разрешения проход запрещен, сэр. О, все, я понял. Проход только по удостоверению. Сейчас попробуем что-нибудь найти. Я же могу подняться на второй этаж? А, так это... Ага. С уровнем доступа, твою ж налево. Я серьезно, я не могу? Вы что, прикалываетесь? О. Прошу прощения, сэр. VIP-хранилище можно посетить только по записи. Вы не записывались, насколько я знаю. Откуда тебе знать-то, блин? Нужно попасть в собственное хранилище. В случае корпоративных хранилищ, да. Это нужно, чтобы доставить ваш контейнер в зону просмотра. Кроме того, потребуется ваша личная карта. Спасибо за информацию. Так, а может есть какой-то доступ на первом этаже? Нет? Да боже мой, чё у вас здесь столько... Мне это не нравится. Так, стоп. Ага. Окей, посмотрим. Блин, лишь бы получилось. Сейчас, сохранюсь. Угу, я, кажется, понял, чё, куда да как. Мне ж... Только здесь надо, да? А, нет. Ёлки-палки, ты чё, с ума сошёл, что ли, так обходить? Ну ладно, давай захват. Да. Вот это было прикольно. Так, окей, что здесь у нас? Так, значит, он не возвращается. Код изменен на 6477. Его компьютер остается или... Дом, я хочу почистить личный сейф владыка и сменить его код. Может дать мне временный код, это срочно, спасибо. Код владыка. 6477. А. В смысле, не понял. Что за фигня? 64-77. Или типа я не могу такое взламывать. Это... Клифф ту Пелисейд. Отлично! Я могу на третий уровень пройти.
Так, супер. Но я хочу попробовать... Подожди-ка, я же тут вроде видел. Ну? Тоже второй уровень нужен. Да боже мой, какое говно. Ну это слишком тяжело. Ты... Неприятно. Очень неприятно. Так. Окей, я сохранился. Так, мне, наверное, нужно еще одну батарейку использовать. Я бы не сказал, но ведь у богатых вообще не бывает выходных. Разве не понял. Чтобы прятаться. Я бы тоже не отказал. Ну, когда в следующий раз придет Талвар или Ашира, спроси, вдруг они поделятся. Чисто. Подтверждаю. Возвращаемся. Вот это, блин, а? Опасненько. Мне наверх, да, надо по-тихому. Окей, сохраняемся и идем по-тихому. Бля, камера палит. Блин, куча сохранений. Три? Ты чё, прикалываешься, что ли? Прикол. Получилось. Так, сохранение. Никого нет? Блин. Тумблер генератора. Подожди. Это мне вот так вот надо пройти, да, получается? Доступ разрешен. Угу. Так, камеры. Все камеры вырубил. Так, эту камеру я вырубил. Поднять тревогу? Нет, отключить панель тревоги. Вот, вот так вот.
Я вот это все сделал, а какого хрена, блин? А как я могу это... Я же не могу это выполнить, получается. Масааки Оширо. Ну-ка. Сохранится. А, да тихо ты. Да. Да ну нахер. Это опасно, блин. Окей, хорошо. Приглашаем уйти в отпуск на определенный срок. Искренне желаем мистеру Владыку всего самого лучшего степени для его возвращения. Пока замена мистера Владыка не найдена, служебные обязанности начальника административной службы будут распределены среди сотрудников. Ожидайте дополнительной информации от вашего непосредственного начальства. У них есть батареи, а у нас есть пепси. Энергетический напиток. Бляха-муха, а какого же хрена? А я могу отрубить, чтобы мне третий уровень сделать, блин? Ну, типа, возвращать. Не, бля, это надо. На что я праксис-то потратил, блин? Вот это вот? По-моему, вот здесь у тебя... Нет, блин, не могу. Только по доступным праксис. Ну класс, блин, вообще офигенно. Чё я раньше это не прокачивал? Хороший вопрос, блин. Да. А Ташани Талвар, я не знаю пароль, да и все равно это не будет работать. Это тумблер генератора, серьезно? Расшифровка бортовых самописцев показывает, что виновник трагедии мог страдать от галлюцинации. Погоди-ка. Оно же типа все поднять? Не скоро мы забудем произошедшее. С вами Элиза Казан. В прямом эфире на Big News. Эксклюзив. Анонимность. Безопасность. Это главные ценности цифрового века. И именно им мы уделяем наибольшее внимание в банке собственности Verisign. Информация, хранящаяся в стенах банка Verisign, находится вне юрисдикции любого правительства. И вы можете быть уверены в своей полной анонимности. Банк... Подожди, как это работает вообще? ...хранилище данных в мире, и он будет таким всегда. Круглые сутки в центре событий. Big News. Новости со всего мира. Мы смотрим и показываем вам. Теперь переходим к Праге. Город все еще не может оправиться от разрушительного теракта. Десятки погибли и сотни ранены во время взрыва, произошедшего вчера на станции Ружечка. На всякий случай напомню, что это уже третий подобный теракт в Праге за последние полгода. Все они случились после того, как доктор Талас Рукер, глава коалиции за права аугментированных, поселился в комплексе Утулек. Доктор Рукер утверждает, что его организация не приемлет насилие. Единственная его цель – защищать права аугментированных. ООН приступает к обсуждению акта о восстановлении человечества. Может, теперь доктор сменит пластинку? Скоро мы с вами все узнаем. С вами Элиза Казан в прямом эфире на Big News. Big News.
мировой лидер в честных, полных и беспристрастных новостях. Мы освещаем события со всего земного шара. Самая свежая информация. Является ли свобода слова угрозой? Если речь о безответственных журналистах... Ну нахер, блин, я не знаю. Короче, бесполезно какое-то задание вышло, блин, потому что у меня нет практики. Когда будет, тогда и надо приходить. Короче, немного облом получается. Тогда позже придется Сэр. Прийти, когда у меня будет прокачано. Пошел в жопу. Сэр? Сэр, хуер, блядь. Толку от этого никакого. Да, давайте тогда пока по этому заданию. Я очень боюсь, Патриция. Филиан странно себя ведет. Легко, Угу. Нет, это не здесь получается. Я куда-то все не туда иду. Отойди, блин, мешаешься. Во. Важнее смыть нечем, удобней. Как страшно сейчас было-то, блин. Миллер, я в метро. Доставай. Надеюсь, твои документы в порядке. Заколебали. А если ты железка нелегал? И правильно, завидовать нечему. Так, правильно. Центр, подтвердите. BH-847. У тебя, походу, какое-то супероружие под капюшоном. А вот времени совсем нет. Дела, знаете. Не буду тебя больше задерживать. Проваливай. Отлично. Пизды, да, чем говорит, что твой личный экипаж прибудет, как только ты выберешь на карте станцию Ружечка? Чем? Вы что, приказали ему сломать транспортное управление? План А не работает. Так, сохранится. Ружечка. Ох ты ж, блин, я так не хотел. Да, уйти из зоны. Потом вернемся. Дженсен, что такое? Ты что тут делаешь? Миллер меня послал тебя искать. Думал, ты на неприятности нарвался. Он так и сказал? Прямо дословно? Потому что я не виноват. Что случилось? Я тут работал, всем заправлял, и раз, меня обвиняют в попытке порчи улик. Меня! Ты можешь поверить? Я бы такого никогда не сделал, Адам, никогда! Это наше место преступления. Да, но ты им попробуй объясни. Они за пушками полезли, так что я решил уйти, пока цел. Меня обвиняют в порче улик. Да они сами, небось, сейчас портят все улики. Может быть. Что это из-за Сони. Сони? Какой Сони? Да, просто девушка, я ее английскому учу. Муж у нее, оказывается, собственник. Ну, ты понимаешь. Смайли. Да, точно, отвлекся. В общем, я там, кажется, что-то нашел. Очень важное. Что-то, что может раскрыть все дело. Мне надо просто взглянуть на снимок места взрыва. Так что даже хорошо, что ты здесь. Ты же можешь в своем Дженсен-стиле туда пробраться и достать мне, что нужно. Дженсен-стиль. А что мне надо найти? Это место взрыва. Там везде обломки и много полицейских. Когда пройдешь через турникеты офиса охраны, увидишь турагентство, где у них снимок, если они не увидят тебя. Сколько там полицейских? Не знаю, несколько. Они все с пушками были, так что я уж не стал пересчитывать. Как минимум один в силовом костюме. И мне кажется, что они сначала стреляют, а вопросы задают потом.
И что должно быть на этом снимке? Это улика, Дженсен. Трехмерный снимок места взрыва масс-спектрометром. И? И если бы я пробыл там еще хоть минуту, я смог бы его забрать и во всем разобраться. Тот факт, что они не хотят меня пускать к снимку, лишь разжигает любопытство. Снимок явно важен. Нам нужна эта улика. Да, именно. Правильно говоришь. Но ты не сможешь туда просто зайти и попросить ее. Ты ведь из Интерпола и, ну, с аугментациями. А они после вчерашней атаки не особенно любят... И где мне его искать? Криминалисты обосновались в турагентстве. Точнее, там, где раньше было турагентство. Иди туда, забери носитель со снимком и выходи. Вот и все. Это дело не быстрое, Смайли. Понял. Я мешать тебе не буду. Вернусь обратно в штаб. Удачи. И не говори об этом Миллеру, ладно? Ага. Ну окей. Угу, хорошо. Ничего не поделаешь. Отыскать улики в своем Дженсен стиле. А как вот это вот понимать? Это по лестнице залезть? Ебаться, сраться. Можно возвращаться. Все равно нам здесь не пройти. Так, 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 что тут у нас? Ясно. Немного я проебался. Можно возвращаться. Все равно нам здесь не пройти. Еще раз хочу попробовать. Так, вот с этим была жопа, да, вроде бы. Вот так вот. Вот что. Спокойной ночи. О, инвертор Польденде. Так. Билет на кассу станции Ружич. Угу. Окей, сохраняемся, смотрим дальше. Надо взломать в двух местах. Не понял. А, сперва сюда. Давай, 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 ты успе... Да! По кайфу. Так, потеряй ключ-карту, дурак, знаю. Ага. Просрался, мужик. Код P61 на станции Palisade. Ну, короче, похоже, кого-то нахер не надо мне это все. Так, туалет. Туалет. Так, может где-то я найду... А, тьфу, блин. Ключ-карту, может быть? Но кто же потерял карту? Так, в двух местах, да? Доступ разрешен. Окей, хорошо. Так,
использовать? А вот и ключ-карта. У-ху. Так. Это типа, чтобы никто не услышал шум? Да, он больше не отключается. В жопу. Все, окей, сохранения прошли. Так, надо дверь закрыть. Голему се то теďka буде пожадне млить. Нифига ты, блин, поворачиваешься. Вообще охренел. Мам, контакт. Почему он так вовремя повернулся, блин? Да блин, в смысле, ты чё так долго-то? Мам, контакт. Они издеваются надо мной, блин. Надо просто переждать, когда он пойдет в ту сторону. И вырубить его просто. Раз, два, три. Тохле насилие катастрофа. Все, мы сюда принесли. Опа, а это что такое? Как вы просили, мы изменили все данные для входа, чтобы упростить ваше расследование. Код в комнате охраны на станции Ружечка изменен на 8066. Это комната охраны, получается. Нормально, нормально. А, ему вообще срать. Окей, хорошо. Что за бардак? Еще что ли? Из-за атак сервера пришлось перезапустить из соображений безопасности, чтобы никто не создал заперти. Код комнаты охраны 8066. Окей, хорошо. А комната охраны там или где, блин? А, так это слабое место. Может, зря все-таки? Придется подождать. Уйди, брысь отсюда. Здесь чисто. Вот именно, здесь все чисто. Вы нахрена кого ищете, я понять не могу. Все, брысь отсюда, брысь. Да, опять что ли ко мне идет? Вроде нет.
Грёбаная камера заколебала вообще. Да, еще 40% вообще, конечно. Сброс. Отлично, я их сбросил. Я думаю, вот здесь мы и сохранимся пока что. Всем спасибо большое за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. На этот канал, да, все верно. На канал, на телегу, на дискорд. Все ссылочки в описании под видео, в том числе и на плейлист. Всем удачи и всем пока.